В Елабуге прошел звон-концерт с участием звонарей и фольклорных коллективов 10-го Всероссийского фестиваля колокольного звона. Они приехали из 40 городов и поселений России. Подробности в сюжете наших коллег. Юлия Нуриева приехала из города Городец. Это уже ее 5-й фестиваль в Елабуге. Когда первый раз сюда приезжал, очень многому здесь научился. Продолжаю учиться. Вот, приезжают другие уже молодые, уже где-то я что-то уже подсказываю. И также продолжаю учиться у других звонарей. Всего в этом году фестиваль колокольного звона собрал 175 участников. Это не только звонари, но и фольклорные коллективы, вокальные ансамбли, мастера игры на древнерусских инструментах лире и гуслях, а также авторы и исполнители духовно-патриотических песен. С чего начинается вера? Откуда родится река? Одна к нам спускается с неба, другая течет с родника. Всего было представлено 10 школ звонарского мастерства из Москвы, Екатеринбурга, Суздаля, Нижнего Новгорода и других городов. Мы ценим этот фестиваль елабужский, считаем его, вот можем подписаться, то есть мы считаем его одним из самых крупных в России и самых хорошо организованных. То есть посмотрите, какое здесь количество участников, и организаторы каждому участнику умудряются вот найти время, уделить внимание. Это мы высоко ценим этот фестиваль. Выступали мастера колокольного звона на передвижных звонницах, а также на колокольне Спасского собора, где прошли 2 звон-концерта. Стараюсь приезжать каждый год, заряжаешься на весь год. Колокольни ваши вообще потрясающие. Как в музей ходить не надо, ваша Елабуга. Очень нравится, душевно, очень много интересных исполнителей приезжает, и каждый год новые. Есть те, кто уже не первый год, как вот Гайдемак Габриэль. Действительно, звонарь на билах Габриэль Гайдемак на Елабужском фестивале выступает уже 4-й раз. Я привожу сюда била, плоские колокола, а они здесь произвели фурор. И поэтому каждый раз, когда я приезжаю сюда с билами, в общем-то, люди приезжают специально из разных городов, чтобы послушать их. Вот ради этого и стоит приезжать, наверное. К ярмарке территория Спасского собора преобразилась, что отметили и звонари, и гости праздника. В этом году здесь прошли работы по благоустройству. Появились амфитеатр, скамейки, дорожки. Началась реставрация самого собора. Приезжают, это просто люди таланты, таланты уже своим накопленным опытом, даже сказать, каким-то авторитетом люди приезжают. А самое главное, что с задором. Не просто вот выступить, да, не потому что какой-то заняться показухой, а чувствуется при этом духовность.